Всем привет! С вами Настя, и вы на моем канале. Сегодня 7 мая 2023 год, и у Кати день рождения. 3 годика. Я уже как-то так по традиции каждый день рождения Кати снимаю хотя бы 10 минут, чтобы было потом что вспомнить. Идет у нас тут кошечка, я смотрю. Вот, кстати, Кате батут подарили. Но пока мы на улицу не выходили, сейчас раннее утро, мы уже позавтракали. Погода солнечная, но вообще очень-очень холодно все равно. Ночи холодные. Я помню, в прошлом году, в начале мая тоже было очень холодно. Зато нет комаров. Разделываю мясо. Это свиная шейка для казана. Сегодня будут гости. Поэтому накроем небольшой стол. Приготовим мясо в казане. Приедут еще двоюродный брат и сестра Кати. Для них будет тортик. Ну, там небольшие детские развлечения. Катенька, именинница. Ну, посмотри на маму. Катя играет в игру. Я сделала ей прическу. Но праздничное платьице мы еще пока не надели. Вот такая вот Катюшка. Катюш, тебе сегодня 3 года? Собираем надпись «С днем рождения». Да. У кого сегодня день рождения, Кать? У меня. Все правильно. А сколько тебе исполнилось? Сколько? Сколько лет тебе исполнилось, Кать? Кать, сколько тебе лет? 2. 3. Тебе сейчас 2. Повесили украшения кое-какие, надули шарики, вот так вот. Вот дед приехал, привез подарок Кате, такой вот City Service, машины, вертолеты, Катя такой любит. Сейчас будем открывать, собирать, посмотрим, что получится. Это дорожные знаки, Катюш, по-моему. Давай посмотрим. Да, это дорожные знаки. Там много всегда? Много. Опасненько. Это что такое? Это масло какое-то? Да. Старайся держать огонь не прям супер сильный, а такой, если это возможно, средний. Праздничный стол. Ну, иди, посмотри. Пойдем. Я здесь постою, не сходи. И мясо в казане. Так. Катюш, хотела синего? Ну, естественно. Синий трак. Там будет фонтан, Настя, очень этот яркий. Так что... Нет, 40 секунд у тебя. Что там все? О! Один. Ну, давай, сильнее и...
побежи еще раз. Дети играют на телефонах, показывают друг другу приложение. Это под мной, это под мной, сейчас чуть-чуть. Я проверял. Когда переснут, ты боюкаешь нас, и мы обещаем себе не бегать пешок и в мороз. Еще мы хотим написать, как нам хорошо с тобою плясать и петь, тренируя вокал. И прости, что разбили вокал. Спасибо за дождь, спасибо за снег, за озеро. Подошел к концу, так скажем, Катин день рождения. Покажи циферку. Циферка 3. Это тебе 3 года сегодня исполнилось, Катя. Какая ты уже большая, да? Еще без дневного сна. Убегаешь? Ну, давай. Ну что, вот такой вот праздничный влог получился. Я прям подустала немножечко. Устроили Кате праздник. Надеюсь, ей понравилось, и она его запомнит на долгие годы. А на этом все. Пишите свои вопросы, комментарии, подписывайтесь на канал. Всем до новых встреч и увидимся очень скоро. Пока-пока.